сотрудниками 3-го отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел по Калининградской области установлена 29-летняя женщина, индивидуальный предприниматель, совершавшая хищение денежных средств в особо крупном размере путем преднамеренного неисполнения взятых на себя договорных обязательств. Злоумышленница в 2020 году в период новой коронавирусной инфекции зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и посредством интернет-ресурсов размещала объявления об оптовой продаже медицинских изделий, а именно масок и перчаток. После заключения договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями взятые на себя договорные обязательства не исполнялись. В настоящее время в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены 4 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренным частями 5 и 7 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении индивидуального предпринимателя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в настоящее время продолжаются.